Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор 18-го каталога Faberlic, тоже очень классный, новогодний, он у нас уже будет действовать как положено 3 недели, много опять новиночек, давайте скорее начинать. Сразу на первом развороте у нас новинка парфюма Элисар, мы с вами тестировали пробник в предыдущем видео. Мне понравился этот аромат, хочу попробовать его сравнить со страничкой, еще ни разу не терла. Похож пробник со страничкой, то есть схожесть, ну, девчонки, процентов 90 точно, то есть так он практически и звучит у нас из пробника, поэтому да, можно судить по странице об основном аромате. Цена будет не бюджетная, мне очень понравился аромат, и я, по-моему, уже выполнила условия, да, там 3 новичков нужно зарегистрировать, чтобы они сделали первый заказ, чтобы получить вот этот подарок, и вы вместе с ними тоже получаете этот подарок. А так, полная цена у нас сколько, девчонки? 3700, 3700 со скидкой 70%, даже если по программе Faberlic Like, это тоже не очень бюджетно, поэтому я вам рекомендую взять пробник, и уже потом покупать полноразмерку. Потому что отзывы противоречивы. Кому-то он нравится, кому-то не нравится совсем. Новая тушь. Нажал, открылась, да? Click and go. Очень интересная задумка, но брать не буду. Потому что здесь кисточка, которая мне не нравится. Я больше люблю силиконовые кисточки. А так вроде хвалят, пока випы. Появляются у нас новые пудры и кушоны. Здесь у нас ультралегкая, не очень бюджетная, кстати, стоимость. Такие продукты тоже, скорее всего, мы будем с вами брать по программе, да, Faberlic Light потихоньку. У меня есть одна единственная пудра, наверное, в доме, девчонки, но я не пользуюсь пудрами. А сейчас, когда у меня есть кушон Асиол, вообще необходимость в пудре просто отпала. 900 рублей, 1300, да? 1300, полная стоимость от нее 70%. Тут уж будет подешевле, нормально. В 6 оттенках, ультралегкая, с матовым финишем. Вот такая. И еще две пудры. Разглаживающая у нас и фиксирующая, которая должна быть прозрачная абсолютно. А разглаживающая якобы с блюр-эффектом. Это здорово. На самом деле, вот я если бы брала, я бы взяла вот разглаживающую. Очень интересно посмотреть, как она работает. Если нечего мне будет взять больше по программе Faberlic Like, то вот эту пудру хочу. Так, и теперь кушоны. Кушоны, которые очень похожи на ICU. И цена у них такая же абсолютно, да? В двух оттенках, ванильно-розовый, золотисто-бежевый. Хорошо, что в двух, да, потому что Асиул у нас в одном оттенке, но он здорово очень подстраивается под ваш тип кожи. Вот. Мне кажется, они похожи будут и по своим свойствам, эти кушоны, и по нанесению и так далее. Новинки прошлого каталога для бровей, да, кто видел обзор, вот эти тонкие карандашики ломаются прям частенько. Лаки. Вот это хочу. Глиттер не хочу, а лаки хочу прям. Мне очень понравился вот этот цвет. И такой бы я взяла. Здесь, смотрите, они чем отличаются. В некоторых у нас блестки крупные, да? А вот здесь мелкие. Здесь опять мелкие, мелкие. И вот тут мелкие, да? Я какие-нибудь обязательно оттеночки возьму. Вместе с вами протестируем. При покупке двух 169 рублей они будут стоить. Так же, как и эти лаки. Нюдовая коллекция. Прям выбор огромный, большой, тотальный нюд. Хотелось бы, конечно, чтобы они были еще стойкие. Подробности опять программы Faberlic Like. То есть мы с вами должны в двух предыдущих каталогах были сделать заказ минимум на 1000. И тогда мы можем воспользоваться этой акцией. Новогодние новиночки. Игрушку бычка я вам показывала. Что-нибудь, может быть, еще возьму. Вроде пазл доступен к заказу. Конфетки не очень бюджетные. Положить под елочку, да? Форму с вами тоже мы рассматривали. Посуда, кстати, красивая, но совсем не бюджетная. Если потихоньку вот так собирать, то да. Тапочки, девчонки, безумно мимимишные тапочки. Вообще, ну просто потрясающе. Это такая прелесть. Но они у нас тоже будут как подарок новичкам. Надеюсь, что и нам, да, за регистрацию 3 новичков я выполню условия, получу по этой программе. А так, ну просто прелесть. Если не получится, я себе обязательно возьму, и может быть бычков, но овечки такие миленькие прям вообще, и детские там тапочки еще будут такие, по-моему, если не ошибаюсь, в каталоге. Это новинка прошлого каталога, водичка тоже вызвала различные такие противоречивые отзывы, да, она уже подорожала, все, я смотрела, в следующем каталоге тоже она дешевле уже не будет. Кому-то понравилось, кому-то нет, говорят, не стойко, я не стала брать, я подожду свою водичку Элисар. Многие любят ароматы Викинг, и в этом каталоге у нас классное предложение. Набор из двух ароматов можно будет взять за 2000. Да? Если мы даже будем брать со скидкой 70%, а черная цена он 2000, выйдет подешевле, в принципе. Подешевле. Вот, поэтому
Предложение выгодное, но не очень, да? Вы часто спрашиваете у меня, что за тушь на ресницах. Это вот эта вот коричневая мисс Кёрл, девчонки. Пока все-таки она у меня самая любимая, самая-самая. Вот эту тоже обожаю. Но вот рука тянется к мисс Кёрл коричневой. Восторг, просто восторг. Вот эта тушь тоже хорошая, замечательно разделяет, подкручивает, удлиняет эффект нарощенных ресниц. Но неудобно. Зачем я буду брать тушь, которой мне пользоваться неудобно, правильно? Поэтому вот как-то так. А вот и палеточка. Мы с вами тоже ее обозревали. Полная цена палетки у нас 2000 рублей. Со скидкой 70%. Наверное, за 600 с чем-то, девчонки. Да, она выйдет. Можно за 600 с чем-то по Faberlic Like берите. Да, осыпаются тени. Они многие осыпаются. Но красивые оттенки на ежедневный макияж. И пигментация средняя. Нормальная пигментация вполне. Мне понравились, вы знаете. За 600 рублей можно взять. Да, это как раз вот нормальная цена для такой палетки. Кисточки будут по желтым ценникам при покупке двух акций, да. Кисти Faberlic обожают, для меня они лучшие. Поэтому, кто еще не запасся, запасайтесь, у меня уже есть вся коллекция. И вот новинка Global Oxygen, это глобальный кислород, да. Непрерывный поток энергии в нашей коже, бесконечный, да, источник энергии для нашей кожи. Кислородная косметика. И что нам заявляют производители? Это персональная атмосфера кожи, богатая активным кислородом. Ваша кожа работает на 100%. Очень интересно, девчонки. Я обязательно какой-нибудь из продуктов, ну, парочку, возможно, возьму на затест. Потому что цены здесь тоже не бюджетные, отнюдь. Самые дешевые, да, у нас кислородные кремушки. Кремушек для век 500 рублей. Ну, может быть, тоже по программе Faberlic Like есть смысл самые дорогие продукты брать. Да, 800 рублей у нас крема стоит. Мусс, пенка. Пенку мне хочется, кстати, очень попробовать. Пенки я, в принципе, люблю. Она не будет лишней однозначно. Смотрите, как круто. У нас трехступенчатую программу карбокситерапии выпустили в малышках. И всего 379 рублей без скидки консультанта. Да? Если вы консультант, то рублей 300, да? 290. Вам обойдется вот такой шикарный набор. Можно кому-то подарить, можно кому-то презентовать, чтобы кто-то попробовал. Меня эта система равнодушно не оставила. Я уже 3 раза заказывала. Сейчас вот добью и закажу обязательно еще. Мне она очень нравится. Выравнивает, высветляет цвет лица, делает его свежим, подтягивает. В общем, я довольна. По 15 миллилитров здесь все 3 шага. И вот такая коробочка. Классно. На самом деле молодцы. Это очень здорово. На подарочек вообще супер. Софнер, девчонки, потрясающий продукт. Мы с вами его обозревали недавно в видео. Мне очень понравился. Действительно разглаживает кожу. А Софнер — это больше сыворотка, нежели тоник. То есть Софнер наносится на тоник уже после очищения, на тоник перед кремом. Мне после Софнера не хочется даже наносить крем, потому что кожа и так достаточно увлажнена и напитана. Очень здорово увлажняет. Классно, что там есть витамин С. Он способствует обновлению, омоложению клеток кожи. Поэтому рекомендую, девчонки, к этому продукту прям присмотреться. И вот новинка, очень классная, которую хочется попробовать. Это кварцевый вибромассажер для лица. Работает от батареечки, от одной типа АА, которая в комплект не входит. 1499 рублей. Навряд ли можно будет взять его по программе Faberlic Like. Да? И не дешевый, он совсем не дешевый. Буду смотреть, потому что в 19-м каталоге он идет как подарок за регистрацию, вот этот массажер. И если условия для нас, для консультантов, сохранятся те же, то есть мы регистрируем 3 новичков и получаем с ними вместе этот подарок, то, в принципе, мне смысла покупать его нет. Я могу его за рубль, да, взять себе. Поэтому посмотрим, посмотрим. Я надеюсь, что для нас эту акцию пока еще сохранят, потому что, мне кажется, это круто мотивирует консультантов к работе. Но для компании, во всяком случае, это точно хорошо. Полосочки. Полосочки с вами тестировали. Но у меня кожа очищенная, у меня регулярный уход, у меня поры чистые ежедневно. Поэтому там мало что вышло, но были, тем не менее, какие-то волоски. Я не знаю, может быть, это и волоски выдрались, да? Я срывала быстро, девчонки мне сказали, нет, наоборот, надо срывать медленно, тогда еще больше выйдет. Но многие писали очень хорошие отзывы про эти полосочки. Хотя мне, если честно, нравились больше предыдущие. Ну, посмотрим, второй раз попробую, буду медленно срывать, прям медленно-медленно, как вы мне сказали, посмотрю, какой будет результат. Много вопросов было про сужение пор, девчонки, для сужения и вычищения пор я вам всегда рекомендую вот эту маску 2 в 1 Faberlic Expert Pharma. Она великолепная, но она работает как? Вы с утра попользовались, да, можно как умывашку использовать, и в течение дня, ну, полудня точно, у вас поры чистые, поры суженные.
сглаженные как бы. Потом все приходит в обратное состояние. То есть нет такого чудо-средства, которое сделает это вам навсегда, сузит и вычистит ваши поры. Нет, только регулярный уход и временный эффект от этой маски, он просто потрясающий. В серии бьюти-кафе появляются бальзамчики для губ. При покупке двух они будут стоить 79 рублей. Да, с малинкой есть у нас в этой серии бальзамчик, с грушей и лайм, по-моему, да? Лайм, это не банан же? Угу. Вот желтенький, три бальзамчика. Они такого же цвета, как и флакончик, но не несут в себе оттенка на губах. Можно взять. Вполне. Линейка питания Нечаев все расширяется, расширяется. Что-нибудь отсюда надо взять обязательно, что не пробовала еще. Кускус с овощами и шпинатом. Перлотта с грибами мы с вами готовили. Паста с томатами и овощами я не пробовала. Хочу попробовать. Полба, гречневая каша и супчики. Минестроны я не пробовала с итальянскими травами. Классно. На самом деле классно, что в каталоге, в принципе, практически есть все теперь, что нам нужно. Даже питание. Обилие шоколада с различными вкусами. Батончики, чаи, коктейли, супы и все, что душе угодно. Буду брать новое моющее универсальное средство, тем более, что оно с таким же запахом, как и средство для мытья посуды. Здесь у нас цитрусовые масла, натуральные, эфирные. Нет никакого химозного запаха, химозных отдушек и так далее. Мне безумно нравится, как пахнет средство для мытья посуды. У меня есть аромалампа. Я очень часто раньше, не сейчас, почему-то в последнее время, пользовалась эфирными маслами, и у меня было и цитрусовое, и многие другие. Я поэтому знаю, как они пахнут. Это действительно настоящий запах цитрусового эфирного масла. Здорово. Поэтому очень понравилось. Буду брать его. Можно и как для мытья полов у меня как раз кончается. И поверхности протирать и так далее. А вот и средства для мытья посуды. Цитрусовые и с травками. До скрипа мы с вами тоже тестировали. До скрипа отмывает вообще великолепно. Акваспрей, освежители воздуховодные, можно будет взять за 95 рублей при покупке двух. А что касается вот этого нового, девчонки, в прошлом каталоге он у нас вышел. Выбраны вместе с животными для очищения воздуха, обработки подстилок, ковриков, профилактики накопления запахов в местах нанесения меток и лотках. Вы знаете, работает. Да, работает. Я хоть и начала пользоваться наполнителем силикогелевым, и запах так и так, ну, он впитывает в себя очень хорошо, но все равно попробовала. Работает, действительно работает, классно. Так же, как и в таком сиреневом флакончике у нас есть освежитель водный, да, он тоже устраняет запахи. Вот он, по-моему, нет? Нет, не он. Похожий флакончик. Здесь его в этом каталоге нет. Он тоже работает прекрасно на устранение запахов неприятных. Серия для животных очень милая, интересная. И шампунь один подходит, вот этот, по-моему, для кошечек тоже. А у меня же две кошки. Но, боже, как они не любят мыться. И кота я недавно мыла. Думала, он меня вообще порвет на 7 частей. Поэтому мне пока не надо, я брать не буду. Пенка для очищения лапок и салфетки собачек, да. Но лежаки восхитительные. Вот если бы не цена, девчонки, ну, я взяла бы однозначно коту. Мне кажется, он был бы в диком восторге. Если кошка у нас живет сама по себе, то кот, он живет с нами. Однозначно возьму что-нибудь раскрасить ребенку, потому что задумка на самом деле потрясающая, веселая, здоровская. Посмотрю либо футболочку, либо носочки какие-нибудь раскрасить маркером. Вообще здорово, на самом деле. Такие тапочки для девочек у нас с единорожками. 799 рублей. Очень красивые. Прям очень-очень милые и красивые. Поэтому я боюсь, если я себе возьму тапки, но не возьму ребенку, она обидится. Она на меня обидится, она расстроится. И придется брать ей тоже однозначно. Девочки такие, девочки. Ну и все, мою хорошую одежду я пролистала, там в основном прошлогодние коллекции, как бы, ну, мне нравится только последняя коллекция Фаберлик, она более-менее достойна, на остальные я никогда даже не смотрела, всегда пролистываю. Тапки у нас будут в подарок для новых консультантов, если вы хотите такие тапки, девчонки, ссылка всегда под видео, регистрируйтесь, проходите, нужно будет сделать заказ у нас новичкам на 1700, чтобы тапки получить, да? Ну, классно, все равно здорово, смотрите, какая мимимишность, олени, вообще здорово. Так что ссылочка всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, тогда я буду наставником вашим, свяжусь с вами обязательно. Ну, на этом все, мои хорошие, если видео было вам интересно и полезно, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, пишите, какой у вас план покупок, что интересненького будете брать по программе Фаберлик Лайк, делитесь своими мнениями, я вас люблю, целую, всем пока-пока.